успеет найти. Интересно. Да, молодец, что находится. Ну, конечно, жалко, это лёгал на Васильеву. Да ты возьми себе. Сегодня 9 апреля, понедельник, на пасхальной неделе, 18-й год. Батюшка приехал. Вот прошла служба, сейчас будут освещать. Это кое-что. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, зиждителю и садителю всех благослови. Млеко огустевшее, с ними же и яйца, и все приношения сие, и нас соблюди во благости Твоей, якода причащающийся их, Твоих независимо подательных даров исполнимся. И неизглаголанная Твоя благость, яко Твоя держава и Твое царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Возвращайся, освящайся, приношение сия, окроплением воды сия, священного имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляюсь, освящайся, приношение сия, окроплением воды сия, священного имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сия, окропением воды сия, священного имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Взрослые. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Спаси Христос! Спаси Христос! Ну, все, Господи! Пойдем отсюда. Все. Дядьку не забудь про нас. Завернуть куда-то. Не надо, она сейчас вся выпачкается, и руки будут... Вам поклон, ближайший. А вот помните такую мужу Васильевну? Я с ней работала вместе. В больнице вы лежали. В больнице лежали. Ой, я давно, давно. Очень давно, да. Ага, спасибо. Поклон передаю. Ты можешь со мной съездить на Васильевну? Посмотреть. Вдвоем прикинуть, что к чему. Чтобы посмотреть, что надо там. И может где-то можно подломать кирпичики, посмотреть. Только надо с тобой молоток. У тебя есть молоток, Василий? Так, молоток. Да, Надя, молоток, это, заведи сюда, объявление дам. Объявление. Никита, возьми. Я объявление сейчас дам, важное объявление, касающееся всех. Так, сюда зайдите, все объявление там. Заходим, заходим. Вчера мне позвонил внезапно Волобуев Александр Павлович. Он у нас где-то с 80-х годов снимает.
Он очень известный фотохудожник за границей, там такие премии брал. И вот он сейчас устраивает фотовыставку, разрешили. Там какой-то зал искусства на космонавта там нет. И мне точно я могу дать, потом кто позволит. Республики, наверное. Но для нас не совсем удобно. В субботу в 4 часа начинается у них. Будут люди, может быть, придется выступить. Он какой-то буклет даже выпустил. 96 фотографий. Никогда такого полного не было. Фотографии новые, старые какие были. Он снимал все про Потеряевку. Заповедник веры. Бесплатно. Я положу телефон. Кто желает, может прийти. Субботу в 4. Ко мне какие есть вопросы? А где? В республике. Скорее всего, выставочный зал в республике. Где и как, не напиши это. Когда дорога будет? Позвоните, я скажу. Где это? Одни ко мне вопрос. Такие гипермаркеты, туда. Не верю. А в этом буклете только Потеряевский его спешили, вообще все. Еще такое, небольшое такое сообщение. Племянник Никиты Хустинов служит где-то там под Хабаровском. Ну и позвонил домой и сказал, у них, говорит, в субботу, перед Пасхой, показывали там по телевизору, так и называется, православные чудеса, что ли. Да, да, да. Ласточек показывали. Я хотел сказать, да? Я тоже видел. Я не видел, мне сказали. Я видел, да. Я видел. Ну и там разные, где там чудотворная икона там мироточивая, да. Остальное неинтересно. Крест появился где там, ну все. И вдруг, говорит, показывают Потеряевские храмы, и как... Ласточки летают. Как да. Чудо. Можно да, чудо. Тоже показывают... чудо. Но у нас чудо-то естественно, видишь, какое. У нас, допустим, гусиху можно под лавку посадить, она будет парить, там, выведет птенцов там. Курицу можно тоже. А у нас в деревне всегда гусихи под лавками сидели. В лавке, под лавкой сидит гусиха. Она уже понимала, сама выйдет на улицу, погуляет, обратно подойдет к дверям, га-га-га. Ее запустишь, она сидит опять. Все так было, 4 гусихи, все они так. Было. Ну а ласточку ты не приучишь никак. Нет. Это сама. Один, второй, 3 гнезда все. Уже 3. А третья на трубе прямо там все. Ну она, наверное, отпала. Сейчас топили, она же на грязь летом-то. Прямо на трубе. Это где труба выходит, как у нас. Она же труба-то металлическая. Они там на ней прямо свели и выводили. Ну а так, кто может посмотреть, а может что найти. Сказали-то? Сказали, где это? Ну, я этого не знаю. Сказали, в известной деревне Потеряевка Алтайского края. Uh-huh. Вот такое чудо, показали все гнезда, как, показали клир, и вот, говорит, когда идут, поют церковный хор и показывают, но это какой-то год, нам Лиза, ей, наверное, лет 14, вот так, это не так давно, но не сегодняшнее. Ну все одеты стоят, вот ты идешь, это четвертый, НТВ передача, НТВ, называется НТВ. Чудеса православные чудеса, как-то чудеса и православная вера, что-то. Можно же посмотреть. Можно в интернете легко. От патриархии была назначена очень важная комиссия. 2 соучредителя было. Один из них экономцев Иоанн, архимандрит. Дальше Павел Флоренский, это ректор геологического там университета, исследователь мироточения. Там все под микроскоп. Очень авторитетная комиссия. И вывод такой. По-русски просто сказать. Не черти ли нам сопли размазывает? Дескать, такие чудеса и дьявол может делать. А попы ломает, говорит, голову и думает, лишь бы не делом заниматься. Огонь с неба будет сводить. А это он слезоточение, проще что угодно. Комиссия пришла к выводу, что это вот так. На поперек друг другу могут идти мнения. А у нас... безусловно, неоспоримые. Ласточек как можно исследовать? Что они поют, что выводят пенсон. Они прям летают. Прям их же показывают. И там этот, со звуком. И когда хор поет, да. Люда стоит, ну там девчонки, ну прям их показывают. Это все не быстро же. Там минуты 3 показывали. И они тоже поют прям. Чирикают там это. Не чирикают. Ну, это ласточка не чирикает. Ну а что она делает? Листует там или как? Щебечет. Ну щебечет, да. Пойдет щебечет, да. Надо было из Библии слово. Щебечет. Ласточка над алтарем. Надо было, чтобы слово из Библии они там сказали. Нет, ласточки не было над алтарем. Ничего, из Библии не было. Нет, главное не где-то, а ласточки на...
прямо а, батюшку тоже, кстати, на алтаре. Аллилуйя. Откуда двери? Вход в алтарь. А там остальные показывают что? Сучок какой-то. И там как будто бы, ну как, Богородица. И вот эта Богородица. Издалека смотришь, ну очертания какие-то есть. А потом раз приближают, и там ничего не видно. Ну просто идет сучок и вот так вот эти вот. И раз сразу убирают. И так, потом вот так же. Потом так, вот это чье? Моё. Твое? Ага. Идет съемка. Ага. Ладно. Но я дело в том, что там болящим, я думал, что если есть какая-то опаска, там что яйца оставить там. Сейчас дам. Это, дайте. Это Ольге, там вот хотела Таню отвезти, там это, маточкина сестра болящая. Ну возьмите еще сколько надо. Ну, хорошо. Ну, у Оли-то не спросили. У Оли Соколковой мама умерла. Вот на днях. Сейчас вот. Я вам пакет дам. Давай. Таня. А что, брат? Не, ну они освещают, у них есть, значит, что-то. Они сами сейчас. Там рядом. Сейчас перегружают, значит. Ну ты что? Кто сказал, ты что? Я думала, потеряешь деревенку. Зачем? Это у них рядом, время достает. Все, на, значит. Не хотите? Ну, Таня сказала, не повезет. Так, выпустите. Это кто-то мне дал. Я не знаю, что это. Мы сейчас это Василия повезем домой, и там Игорь сказал печку посмотрит за одним. Ну что, на пасхальной неделе что ли делают? Мы решили домой везти. Ну, отложить. Я хотел сказать, ну раз, что надо.